Вы нас так оттянули, что мы и слова смолвить не можем. Да уж нет. Конечно, проще наехать на уральцев и воткнуть им свои сведения, но не получается то. Не все, но меньшие не сидят на месте. К слову, кто это? Это наши коммунисты. Или то, что, но очень рядом. А вы не помните? Так вот, развернем вопрос из моего прошлого. Политическое воспитание у нас было в наших корнях. Каждый день политическая деятельность в классе, и это делал каждый человек. Не помните? А зря. Мы не сидели, а мы работали. Что сейчас происходит? У меня возникает вопрос. А почему? Да потому что за тупорыльную демократию мы просрали наше прошлое, настоящее и будущее. Мы думаем о богатстве сраном, мы только о нем. Телевизоры, машины и поездки, и больше ни о чем. И это даже не правило, о котором говорит наш Бог. Вы не знаете? Так почитайте. По-моему, то на то и происходит. Массовые акции протеста. При коммунизме не было? Да ну вы что? А руки прочь от Гренады, а руки прочь от Кубы. Ну не было такого. А крокодил, помните газеточку такую? Не помните? Ну возьмите и откройте. Оно везде есть. В любую библиотеку зайдите и посмотрите. А песню помните? Гренада, Гренада, Гренада моя. Так забыли. Ох, боже мой, жалко, что вы забыли историю. Она вот рядом-то и была. То есть вам навязали крепостное право. С вами не считаются никто и нигде. И вы молчите? Стыдно, господа мои. Еще раз говорю, вы не товарищи. Но товарищами по несчастью, а затем по счастью, вы стать сможете. Надо просто вспомнить, что в Шиесе живут такие же люди, как и мы. Что свалка в любой части нашей страны – это и наши проблемы. А есть еще и другие вещи, которых вы не видите, но я-то знаю. Куда мы катимся? И ведь забавная ситуация. По всем каналам Мочилова, но события то другие. Воровская власть опирается на воров. Вот так мы и живем. Сегодня мы проводим уже второй наш пикет. Вот у нас сегодня мы собрались на первой палатке. В прошлый раз мы проводили пикет на семейном парке ТРК. Что хочется сказать вот по сегодняшней обстановке. Позавчера, точнее, праздновалась годовщина проблемы с ШИИСом. И какие выводы мы можем сделать? То есть обстановка до сих пор не разрешилась никаким образом. До сих пор происходят провокации и со стороны частных охранных предприятий. Органы правопорядка не слушают граждан, не принимают иногда даже заявления, и какие-то конфликтные ситуации как-то обходят стороной. А наш город опять вот в нашем лице участвует в поддержке защитников ШИИСа, потому что нужно в конце концов поднимать какую-то политическую активность. У нас город довольно-таки тихий. Прошлый год показал то, что можно поднять массы. Можно поднять массы на определенную проблему, которая близка им, которая именно не чья-то, а касается именно их непосредственно. Но проблема ШИИСа в том-то и дело, что она близка каждому. Потому что мы живем в одной стране, в конце концов. Удар по одному, удар по всем. Если мы таким бы образом мыслили, наверное, у нас проблем стало меньше. Хочется пожелать, чтобы все-таки у нас эти мероприятия проходили чаще, массы, чтобы люди видели, что есть активные граждане нашего города, что можно что-то изменить. Потому что массовость только меняет. Массовость может воздействовать на органы власти, может воздействовать на бизнес, на крупный бизнес в том числе, который сейчас занимается строительством так называемого экотехнопарка ШИИС. В общем, чтобы поднять политическую активность, нужно проводить и пикеты, и митинги, и массовые демонстрации. Без этого мы с мертвой точки просто не сдвинемся. А то выкиньте из головы сочную и никому не нужную зависть. Граждане СССР никому не завидовали. Граждане России завидуют всем. Счастью Америки, удовольствию от Швейцарии. Но забывают о главном. И даже если вы на контракте, то вы также умрете от рака или инфаркта. Вот наше правило капиталистическое.
Вы нужны, чтобы вас использовать. А вы не знали? Так вот, так оно и есть. Жуйте свой капитализм, жуйте крепостное право. Жуйте, только не обожритесь вашего говна в наших торговых центрах. Я-то помню, а те, кому 35 лет, нет. Как было круто в лучшем социализме с коммунизмом в основе. Мы получали удовольствие, а не жили от идиотской зарплаты, чтобы погасить кредиты. Опять не знали. Это то, что внедряет вам власть. А такие песни мы просто пели, проходя из школы домой. И честно, одним ключом я открывал 4 двери в моем любимом подъезде. Было такое, господа. Вставай, проклятием заклеймённый, весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем.